Вот они мне нужны для всякого дела. Или без дела, или прокатиться просто, или посмотреть, поискать коров. На коньках проехала, туда-сюда проехала. А по снегу что же находишь-то? Когда вот туда проехала, посмотрела, нету. Туда проехала, смотрю, там у самой горы ходят, да? Ну вот, покричала того сего, и все домой прутся. Вот и все. Что тут, дело? Без дела могу тоже. Когда охота покататься, тоже могу покататься. Байкал – это лучше всего, это нетронутая, это девственная природа, вот, это вообще, это ничего я не могу сравнить, ни с чем, просто ни с чем, ничего меня не трогает. А вот Байкал – сяду, то он бушует, то он как зеркало стоит, вот думаю, вот кто бы посмотрел. Даже не колохнется, даже никакой вот ряби, ни волны, ничего нету. Вот. Вот как сидишь и наслаждаешься.